Всем привет, друзья! Я Женя Прохоров, и это канал Прохоров про лайф. Он о жизни, недвижимости и развлечениях на Северном Кипре. В сегодняшнем выпуске я хотел бы вам показать уникальные горящие предложения 3 в одном. Помните, как в нашем детстве? Кофе 3 в одном. Так вот, этот выпуск и есть именно то самое 3 в одном. Это 3 уникальных горящих предложения. Цены от застройщика минус 50%. Ну что, заинтриговал? Тогда поехали! Все, показал, что люди идут, да? Все, комплекс жилой, все у нас без обмана. В общем, друзья, как всегда, мы начинаем с моего любимого Цезарь Блю. Здесь можно и в аквапарке покупаться, и в спортзале покачаться, и на море покупаться. В общем, все удовольствия, все в одном. И также здесь есть обалденная игровая комната. Ну, что я вам рассказываю? Переходите по ссылке. У меня на канале есть обалденное, классное видео, очень длинное, про Цезарь Блю отдельно. Так что, если вас заинтересовал этот вариант, видео обязательно к просмотру. Итак, у нас, значит, корпус Луна, он за моей спиной. Обратите внимание, уже практически выполнено остекление. Значит, данный корпус у нас сдается примерно через 1,5-2 месяца. Квартира 2 плюс 1 с двумя санузлами общей площадью 83 квадратных метров и еще терраса 17 квадратных метров. Ну, я считаю, что я вас уже заинтриговал. Тогда, как говорится, поехали. Итак, друзья, мы с вами в первой квартире. Это корпус Луна Цезарь Блю, планировка L2. Общая площадь 83 квадратных метра плюс лоджия 17 квадратных метров. Стоимость данной квартиры на сегодняшний момент составляет 120 тысяч фунтов. У застройщика аналогичная стоит 243 тысячи фунтов. Итак, смотрим. Мы попадаем сразу в кухню-гостиную. У нас здесь превосходный прямой вид на море. Давайте сразу пройдемся. Здесь основной это вид все-таки, я думаю. Вид у нас, получается, круговая панорама, то есть все на море. И вот смотрите, какая лоджия у нас, да? Он достаточно большая, что позволяет даже здесь сделать небольшую зону чила. То есть здесь тоже можно поставить. Это из мастер-бедрум. Так, пройдемте сюда еще дальше. Друзья, посмотрите, какая у нас здесь прекрасная терраса. Терраса общей площадью 17 квадратных метров. Она идет небольшим таким уступком, но здесь, значит, у нас прекрасно располагается обеденная зона. Здесь вы можете сделать еще какие-то шкафы для хранения, еще что-то повесить, может быть, велосипеды, еще что-то. Далее, значит, мы идем у нас, это вот где наша спальня, еще дополнительно место терраса. То есть здесь также можно поставить, как я люблю говорить, столик, кальянчик и, пожалуйста, любоваться прекрасным закатом, прекрасным видом на море. В нашей квартире, как вы помните, есть тоже прекраснейший вид на море. Так, проходим сюда. Здесь у нас отдельно идут спальни. Гостевой санузел, санузел номер раз, соответственно, комната детская. Также у нас идет мастер-бедрум. Обратите внимание, уже у нас выключатели становятся новые, то есть уже все новое, все современное. Видите, какое черненькое, уже очень все приятное. Это новая плитка, нового образца, большого формата. И, соответственно, здесь у нас сама спальня. Сама спальня у нас и с видом на горы, и с видом на море. Так что, друзья, вариант номер один очень обалденный. Все горящие предложения, все срочные продажи, пресейлы, закрытые продажи, все есть у меня на сайте cnc-cyprus.com. Вся подробная информация о покупке и аренде недвижимости на Северном Кипре. Переходите, оставляйте заявку, и я либо мой менеджер с вами свяжется и предоставит всю подробную информацию. Итак, друзья, вот это у нас апартаменты Гавайи. А2 блок, соответственно, вот вторая квартира. То есть здесь у нас идет кухня-гостиная, и здесь у нас идет спальная комната. Соответственно, это общая площадь у нас 50 квадратных метров внутренняя, и еще плюс у нас 10 метров терраса. Соответственно, здесь будет еще бассейн, вид на инфраструктуру. А самое главное, друзья, самое главное, что? Самое главное, что цена у застройщика на эту квартиру 235 тысяч фунтов, а у нас всего лишь 90 тысяч фунтов. Поэтому, друзья, спешите, предложение очень горящее. Вот так вот выглядит ваша квартира. Достаточно высокие потолки, большой подъем. То есть, по факту, вроде бы это и граунд, но на самом деле, видите, как он поднят. Здесь будет большая территория бассейна. Так, оливковые деревья, они не вырубаются по закону, они остаются здесь, либо пересаживаются, но эти пересаживать не стали. Так, это блок студии у нас. И там еще у нас идут корпуса. Посмотрите, какой живописный вид. Соответственно,
корпус А2. И, соответственно, вот у вас уже здесь море. Сам комплекс находится на первой береговой линии, имеет просто потрясающую инфраструктуру. Это и спа-салоны, и фитнес-залы, хамамы, центры для детей. Все необходимые ресурсы будут у вас в комплексе, для необходимые для отдыха и развлечений. Друзья, как вы думаете, где я нахожусь? Я нахожусь на 107 метрах вашей, именно вашей видовой террасы, пентхауса в комплексе Багамы. Так, у нас объект Багамы фаза 1. Это пентхаус видовой 2+1 с личным бассейном и с таким прекрасным видом, друзья. Значит, общая площадь пентхауса внутренняя 84 квадратных метра, 24 терраса на первом уровне и 107 квадратов на втором уровне. Самое интересное, что стоимость данного пентхауса застройщика из последних, которые не продавались, это была 580 тысяч фунтов. Мы же ее продаем, догадайтесь за сколько? Напишите комментарий. Ну ладно, поставьте хотя бы лайк. Так, лайки поставили, все окей. Итак, озвучиваю. Барабанная дробь, цена данного пентхауса всего-навсего 290 тысяч фунтов. Друзья, успейте купить или забронировать его уже сегодня. Пишите комментарии и оставляйте заявки. Также все актуальные объекты есть у меня на сайте cnc-cyprus.com. Вся подробная информация о покупке и аренде недвижимости на Северном Кипре. Переходите. Друзья, посмотрите, какой вообще просто ошеломительный вид, который ничем никогда не перекроется. Я вас... Видите, какой прекрасный закат. Это все комплекс фаза номер один. Также дальше у нас есть фаза номер два и фаза номер три. Прекраснейший вид на горы. Всего лишь 30 минут до Гирны. Ну и давайте спустимся в саму квартиру, да? Заинтриговал? Здесь лестница личная, то есть вы ее ни с кем не делите, только на ваш идет. Небольшой балкончик здесь еще есть. Санузел. Большая кухня-гостиная с прекрасным видом. И из нее же у вас бассейн и еще терраса. Тоже с превосходнейшим видом. Также здесь у нас, смотрите, две комнаты. Эта комната также у нас с санузлом. Санузел тоже, кстати, с видом на море. Здесь у нас еще один санузел. И получается еще одна комната. И она тоже с видом на море, друзья. Вы видите, то есть все комнаты видовые, абсолютно все. Здесь у нас будет встроенный шкаф. И вот, соответственно, ваш выход наверх. Ну что же, друзья, вы определились? Пишите комментарии, какой из объектов вам понравился больше всего. Да, и кстати, если у вас есть идея приобрести все эти три объекта, то, возможно, переговорить с собственником, чтобы у вас был хороший дисконт на приобретение всех этих трех объектов, ведь они значительно ниже рынка. А я, в свою очередь, хочу вам сказать, что жить у моря полезно и выгодно. Я Женя Прохоров, это канал Прохоров Про Лайф, он о жизни, недвижимости и развлечениях на Северном Кипре. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. А если появились вопросы, что? Правильно! Задавайте их в комментариях или звоните. Все контакты в описании. Кроме того, друзья, не забываем, что все актуальные объекты, все горячие пирожки, все акции, пресейлы, ресейлы и все вот эти вот модные слова, это все есть у меня на сайте cnc-cyprus.com. Вся подробная информация о всей недвижимости на Северном Кипре. И покупка, и аренда. Переходите по ссылке и оставляйте заявку. До новых встреч. Пока.